Так. Линия терминатора на Луне. 4.53. То есть место встречи света и тени. 4.53 по Киеву в Харькове. 12 августа 2020 года. Ну, сейчас попробую еще и резкость. Чуть-чуть поиграться. Так, даю возможность в кадр влезть. Луне самой. Пошли вниз теперь по линии терминатора. Предыдущий дубль был вверх. Сейчас вниз. Затягивать не буду, хочу еще успеть Марс снять, пока еще не совсем светло. Так. Вот здесь у нас красивое место. Так. Поехали к Марсу и к Венере сейчас. А? Красавица. Так, а мы сейчас штатив. Марс 87 миллионов километров сейчас от Земли. Луна 396 тысяч километров от Земли. Белк. Пусть будем искать. Сейчас резкость попытаюсь получше найти, хотя все та же дымка. Портит нам все удовольствие. Ну не все, но часть точно. А Марс видно, что движется уже параллельно горизонту. Не вверх поднимается, как Луна, а уже все. Зенит проходит, ну, высшую точку по своей орбите. По небосводу движение. Эй, ты куда делся? Как ты там оказался?
Ну, ты представляешь. Не могу на середину кадра поставить, хоть тут тресни. Сейчас еще раз попробую. Наверное, это лучшее, что будет. По резкости все отошло. Ну что, фаза Марса видно. Видно, что он справа, то есть слева освещен солнцем, а правая сторона затемнена. И даже красноватый оттенок виден. Хорошо. Поехали к Венере. Так, забыл. В этом дубле, по-моему, еще не говорил, в предыдущем говорил. Венера у нас завтра в элонгации, то есть на наибольшем удалении. Угловом от Солнца для наблюдателя с Земли 48,5 градусов, по-моему, завтра это будет. И если позволит нам погодка, она обещает не позволять. Попробую это снять. Сейчас уже встает Меркурий над горизонтом, но я помню просьбу в комментариях еще разок снять Меркурий. Один раз все-таки получилось Меркурий зафиксировать. Но сейчас там облачность сплошная. Ну вот вам Венера, будьте любезны, 104 миллиона километров. Серпик ее виден просто чудесно. Но при данных метеоусловиях. В общем, все у нас. Луна наполовину освещена. Венера наполовину освещена. Марс наполовину освещен. Ай. Да, как-то на асфальте мне не очень нравится, когда штатив стоит. Да, и да, вот это вот не Венера встает над горизонтом. Это просто нам так кажется. А Земля вращается вокруг оси. И за счет этого с постарайшей по диагонали прошла Венера. Экрана, кадра. Земля вращается вокруг оси. Промазал. И за счет этого, где ты, ух, вон-то где. Я перестарался с диагоналями. Земля вращается вокруг своей оси. И за счет этого Венера у нас как бы поднимается над стационарной Землей. Над горизонтом. Ладушки. Пошли еще раз к Луне. Ой, там уже тучки вообще все. Вовремя ты посмотри, как я снял. Закрыли тучи. Марс совершенно.
и Луну пытаются скрыть от нас, намекая, что пора двигать на работу. Хватит уже заниматься ерундой. Да, ну на эти резкость в облаках это сизифов труд. Я бы даже сказал сизифов мир труд май. Да, ну, наверное, на этом кадре дело и закончим. Вообще же точно не будет, облака все плотнее находят. На вот это вот замечательно. Линия терминатора и нижней грани Луны. Дело и закончим. Так, 12 августа 2020 года, 5.05 по Киеву, в Харькове, 50-я параллель северной широты. А, да, спрашивали еще, когда звездопад, такой как раз сегодня, в ночь с 12 на 13 августа. Метеоритный поток Персеиды приобретет максимальное свое значение. И случится это по прогнозам за час до рассвета. То есть вот как раз где-то через 23-22 часа с данного момента это и будет. Удачи с погодой!